Чтобы летом деревья в парках и скверах радовали горожан аккуратным видом, декоративную обрезку проводят еще зимой. Срезают старые и сухие ветки. После этой процедуры не только внешний вид улучшается, гулять здесь становится безопаснее. Осматривается каждое дерево. Деревья, видите, очень старые. Уже много сухих веток. И чтобы продлить жизнь каждому дереву, проводим обрезку каждого дерева. Убираются сухие, которые могут упасть на жителей, принести вред. И чтобы дерево имело все равно декоративный вид. Чтобы дерево приобрело ухоженный вид, рабочим приходится подниматься на большую высоту. В муниципальном предприятии «Спецремстройзеленхоз» Валит Аюпов работает 3 года. В день обрабатывает до 20 деревьев. Прежде чем добраться до макушки, обязательно соблюдает технику безопасности. Говорит, к работе на высоте уже привык. Не страшно. Мы же привыкли. При большом ветре мы не работаем. В целях безопасности мы, нам дают ремни, мы ремни застегиваемся и... Алга, на высоту. Покоряем. После санитарной обрезки веток специалисты возьмутся за аварийные деревья. Есть еще на Чкаловской. Сквер Победа еще там тоже есть обрезка. Сквер Чкаловский, валка, обрезка, кронирование. Как получим разрешение, будем заниматься валкой. Спиленные ветки распиливают и вывозят на специальный полигон. После всех работ территория должна быть полностью очищена. Поэтому убирают даже снег. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.